вообще еще раз, я как и чиновник, и как гражданин буду этого придерживаться, мы самая привлекательная страна для привлечения иностранных инвестиций. Это касается наших макроэкономических потоков, но самая крупнейшая экономика, самая крупнейшая высокая ВВП на душу населения. У нас есть доказанный трек-рекорд, да, то есть история взаимодействия с крупнейшими инвестиционными конгломератами. У нас очень хорошая, ну, есть куда стремиться, но хорошая бизнес-среда. У нас либеральный валютный режим, то есть деньги, которые инвестор иностранный принес в нашу страну, честно заработано, может спокойно вывести без всяких проблем. У нас свободное образование, о чем мы тоже говорили. Поэтому я твердо уверен, что у нас лучший инвестиционный режим. Значит ли это, что надо теперь почивать на лаврах? Нет, конечно, нужно дальше двигаться и работать и горизонтально, то есть улучшать в целом, и точечно с конкретными группами инвесторов. Ну вот о работе по конкретным инвесторам лучше, наверное, с МИДом, с правительством проговорить. А так я верю в наш инвестиционный климат. Я считаю, что он самый лучший в центральной.